Свойства лаврушки отлично помогают в лечении суставов и костей человека. Если вы испытываете боли, на погоду суставы просто в узлы закручиваются, то при помощи простого компресса из лаврового отвара можно убрать отечность сустава, избавиться от боли, вывести из структуры сустава солевые отложения, восстановить двигательную активность и облегчить себе движение. Благодаря лавровому листу существенно улучшается метаболизм. Организм начинает самостоятельно бороться со структурными изменениями, которые вызывают подагра и остеохондроз. А благодаря антибактериальным свойствам можно применять отвар при гнойных процессах в суставах вместе с классическим лечением медикаментами. Для приготовления целебного отвара надо взять 25 листиков, залить их 1 литром воды, тару накрыть на плите и довести до кипения. Варить в кипятке необходимо не больше 5 минут, чтобы масла выходили. Состав необходимо поместить в термос и настоять на протяжении нескольких часов. Также можно отставить отвары в кастрюле, но обязательно укутать теплыми полотенцами. При высокой температуре лавровый отвар быстро отдаст в воду все полезные вещества. Пить отвар необходимо мелкими частями на протяжении суток, не больше 3 дней, но ежедневно надо делать свежий напиток. Через 3 суток делаем паузу на 2-3 недели и еще раз проходим курс. Эти курсы лечения можно проводить не чаще 2 раз в году, и эффект будет очень хорошим. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас!